Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force Kitty или Котики вперед. Ну что же, сегодня мы будем с вами открывать следующий дополнительный уровень. Поехали, друзья, для этого нам понадобится лидер Манджи. Ставим. Дальше Акиаю. Потом Шинохара. И Хот Киллер. Тек 1. Отлично, друзья мои. Так, и переходим на карту. Смотрим, где этот уровень. Вот, уровень G. Ну-ка. Ёлки-ты-палки. Костюмчики обалденные. Поэтому, друзья, погнали. Так, схема уровня, как обычно, отсутствует. Вау. Рыбки где-то там наверху. Так, секунду, здесь очень много прыжков, да, я так понимаю. Ёпарасоте. Не упасть бы, шипы. Опа. Попал все-таки, да? Ать, надо быстро все это делать. Так, поднимаемся с вами наверх. И у нас тут первая почуля. Ой, я, по-моему, пошел сюда без бафов, да? Друзья мои, я не успел активировать бафы. Погоди-ка, куда это мы сейчас с вами попадем-то? Ой-ой-ой-ой-ой. У меня котика уже одного забомбили, кстати. Ничего себе, команда какая сильная здесь. Енотиков. Ой-ой-ой. Друзья мои, я, по-моему, сейчас упаду вниз. Так, тут надо как-то все очень шустро сделать. Но с этим я уже не справлюсь. Потому что, ну, сами понимаете, у меня очень мало здоровья. И котиков у меня мало, всего лишь один. И, конечно же, я зря пошел сюда, не пробафавшись. Поэтому нам нужно будет с вами сейчас немножко по-другому делать все. Давай-ка так сделаем. Зайдем в тренировку у нас. Бесполезно, да? Мы еще ничего с вами не заработали, понятно. Тогда давай зайдем сюда, перекусим. А что нам перекусить? А, два дополнительных умения. Да, вот так мы с вами лучше сделаем. Сразу начинает хрумкать там. И хотелось бы мне, наверное, взять здесь на отхил. Не костюмчик, а навык. Лечение всех, да? А, у нас с вами есть. У нас с вами стоит уже лечение. Все, друзья, погнали дальше. Мы эти костюмы все равно с вами все получим. Рано или поздно. Пускай даже не сопротивляются. Так, пойдем с вами, наверное, наверх. Вот с этими ребятулечками мы немножечко сейчас поболтаем. Погутарим, так сказать, да? Объясним им политику партии, что, типа, плохо приходить. Хотя мы к ним пришли, но мы сделаем так, что они будут виноваты у нас. Мы получили с вами нож, маску. Так, здесь мы забомбили. Опускаем с вами мостик. И пойдем-ка поднимемся чуть выше. Поднимемся повыше. Тут у нас очередные ребятули поджидают. Ай-яй-яй. Двоих у меня уже котиков убрали. Ты посмотри, что они творят. Что они творят. Ироды. Ай-яй-яй. Мы хоть кого-нибудь сможем еще подбить? Как ты думаешь? Мы могли бы вот этого енотика бомбануть, если у нас... Да, мы подбили. Это хорошо. Но нас дальше бомбанули, да? Так. Нам вас не ждать? Нет, не ждите. Зачем нас ждать? Слушай, я вот думаю, что мы кое-что поменяем. Мне не нужна неуязвимость. Я хочу заменить, знаешь, на что? Вот. Вот на этот удар. Да нет, даже лучше вот так вот сделать. Вот, именно крит. Крит-атака. То, что нужно. Мы с вами тогда быстренько с помощью вот этой комбинации валили этих енотиков. Давай попробуем. Может быть, сейчас прокатит. Так, идем сразу наверх. Хоп, хоп, хоп. И вот с этими будем разбираться. Вау, 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 вау. Смотри, как мы круто им наносим урон. Шикарно. Но они все равно сильные. Они все равно, друзья, сильные. Так, нам еще придется с ними драться. Это по-любому. Потому что мы с вами костюмчики еще не все получили. Не всю шмотку. Так, с этими смотрим, что... Да как же так, они сразу же выносят котенка за котенком. А? Ну что это такое, друзья мои? Ну я так не играю. Ну давайте, ну, котики, бомбите их. Неужели вам так тяжело с ними справиться? А причем деремся мы с енотиками, да? А флажки почему-то лисят находятся вон там, вон, вдалеке. Отлично, подбили. Давай вот так вот. Ну, с этими нам не справиться, потому что у нас, во-первых, и котят мало, да? Да и здоровье у них тоже потрепанное.
Давай еще, еще, конечно же, будем дальше проходить. Потому что, ну, я не успокоюсь, пока мы здесь не заработаем себе эти костюмы. Друзья мои, тут можно было бы еще пару уровней секретных открыть. Но, к сожалению, у меня нету определенных костюмов, которые нужны для открытия этих уровней. Надеюсь, со временем мы с вами заработаем их. И тогда еще посмотрим. Тут не только у нас секретный уровень, тут еще будет и секретный босс. Так, давай сюда наверх. И следующие енотики у нас. Попробуем сейчас быстренько их накумарить. Не знаю, получится или нет. Да должно, по идее, получиться. Почему нет-то? По-моему, да, здесь вроде бы как все, друзья. Мы с вами получили полностью шмотки, которые только могли получить. Интересно, тут справимся мы или нет? Меня какие-то сомнения терзают. Но постараться можно. Ага. Это какой-то Франкенштейн, что ли, у нас с вами костюм был. Ага. Но, тем не менее, неплохо, неплохо, я скажу тебе. В следующий раз мы выиграем. Это уж точно. Командос наш говорит. Так, далее. Я хочу посмотреть. У нас, по-моему, что-то по костюмам новое, да, появилось? Или же нет? Ну-ка, Нью. Да, друзья мои. Крок. Берри Чан. Хрома. Бот. Блэк Сворд. Фрэнк. И Монстр Принцесс. Вот так вот. Тем не менее, все равно еще не все костюмы у нас. Верхний, по-моему, мы с вами полностью заработали, да, который у нас наверху. Нам остается вот Рокман, по-моему, это, да, чувак. Хотя он, может быть, и не Рокман, но напоминает мне именно почему-то того персонажа. Давай пойдем. Нам наверх-то нужно, нет? Или мы можем понизу с вами все это сделать? Давай понизу пойдем. Ой! Ой-ой-ой-ой! Была моя ошибка, ребята, слишком рано. Дай-ка я вот этих рыбок пойму. Слишком рано я сделал прыжок, поэтому и упал. Так, 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 так. Опа, хорошечно все получилось. И идем вот как раз вот к этой бригаде. С этой бригадой мы с вами разбираемся. И, по-моему, шмотки мы все получим сейчас. Там кто нам нужен? По-моему, один персонаж нам все... Ага, получили костюм. Вот теперь, по-моему, фулл сет у нас. Так, фулл сет, а подожди-ка, а нам же нужно еще что? Победить всех и... Ага, рано я радуюсь. Тут же, по-моему, у нас, друзья, босс же еще будет в конце этапа. Так ведь? Конечно, конечно же будет. Вот только как нам до него дожить? Кто мне скажет? Так, хорошо, опускаем мост. Давай-ка мы, наверное, вот так вот с вами не будем наверху драться, нам... Трогать их не нужно. Так, здесь мы разворачиваемся, да? Ай-яй-яй-яй-яй, слишком... Ой, господи, там надо было удариться и прыгнуть наверх, друзья мои. Ну ладно, ничего страшного, сейчас мы все с вами сделаем как надо. Так, идем. У меня, кстати, очень мало бафов осталось. Очень мало, друзья мои. Так, запрыгиваем наверх, сюда наверх. И сейчас мы будем отсюда падать. И там, по идее, внизу нас... А, наверху! Я думал, будет внизу ждать босс. А он вот здесь оказался. Так, ну что, попробуем его наказать. Почему мой капкан... Ага, попал. Попал он все-таки в него. Я думал, сейчас пробежит мимо. Ой-ой-ой, у меня нету бафов, к сожалению, друзья. Я не знаю, получится ли нас его бомбануть. Слушай, ну... Должны, должны. Вот он как выпендривается там, посмотри, а. Отлично, мы его... Победили. И, по-моему, этот уровень у нас пройден. Нет? Погоди-ка, а чего же нам тогда не хватает? Какого костюма, друзья мои? Вот это вот вопрос. Вот это вот вопрос у меня. Так. Ишизука. Черри. А какого же костюма тогда нам не хватает-то? Хм. Где-то мы что-то с вами не доделали. Не добили, да? Хорошо, давай тогда сделаем так. Попробуем вначале вот здесь вот пройти по разочку. По верхним бойцам, да? Мне кажется, наверное, где-то вот там вот наверху что-то мы с вами не добрали. На самых верхних енотиках. Потому что вот на этих, скорее всего, мы все получили. Ладно, сейчас посмотрим. Так, ну здесь, как видите, мы ничего не получили. Значит, у нас тут все собрато. Давай глянем, что у нас вот тут вот происходит. Я-то уже радостно думал, мы с вами все. Угу. Не тут-то было.
Ладно, сейчас мы их накажем. Так, пока... Вот, вот. Ты посмотри-ка, а. Аж целых две шмотки нам не хватало, друзья мои. Ну, здесь уже, наверное, мы с вами сфейлимся, скорее всего, да? Или выиграем, как думаешь? По идее, можно выиграть, если постараться. Ну, у них здоровья не так уж и много. Ай-яй-яй, мои котята падают один за другим. Нет, тут мы проиграем. Но, тем не менее, этот этап мы с вами прошли. По-моему... Да что ж ты будешь делать-то? Не хватает еще чего-то. Так, у нас баф висит. Бафа нет у нас, да? Покупаем. Ты смотри, получается, что не все мы с вами получили. Ладно. Я пойду теперь понизу до самого конца, до тех вот, где... Ой-ой-ой, прыгнуть-то забыл. Я забыл сделать прыжок, друзья. Задумался. Пойду, короче, понизу до тех енотиков, которые вот наверху у нас здесь именно. Да что ж ты будешь делать-то? По-моему, наверное, мы здесь все-таки что-то не получили. Да нет, по-моему, здесь-то как раз у нас все собрато. Ладно, лишним бой не будет. Так. Вот, оказывается, где мы с вами не добрали. Все, друзья, понятно. Ну что, я падаю вниз. Не будем тут проходить с вами заново. И вот теперь, да, вот теперь у нас все отлично. Фух. Так, что же я хотел еще-то сделать? Я хотел, друзья мои, немножечко потратить артефактов. Да, совсем капельку, кстати, вот здесь надо новый костюм открыть. Кто это у нас? А, Крэгман. Тут у нас Дракула и ведьма. Ну что, артефакты, давай смотреть. У нас, значит, нужен Брайт с 13 уровня. Брайт на 13 уровне. Вот, да? Брайт, вот, по-моему, да? Ага. И Брайту мы ставим... Опа! Ума становится у нас. Вот так вот. Дальше у нас идет Крэгман, как раз которого мы сейчас только что с вами получили. Он на секретном уровне. Крэгман, это у нас получается такой типа робот, да? Вот он. Вот он, Крэгман. Берем. И ему мы одеваем вот так вот. Танкмен. Крэгман, танкмен, нормуль. Так, на 16 уровне у нас будет персонаж. Ага, 16 уровень. Которого звать Аарон. А по-моему, мы одевали уже ей, да? Этот артефакт. Аарон, так. Да, я, по-моему, одевал, друзья мои, вот этого вот клеща, поэтому он и не срабатывает. Хорошо. На 19 уровне, ага, Ваблеру мы тоже одевали, да? Робину давали в руки палочки. Металмен, 16 уровень. По-моему, у меня Металмена еще пока нету, друзья. А, нет, есть, есть у меня Металмен. И одеваем вот это вот ядро. Опс. Тинканмен. Это, помните, самый первый его костюм-то был у Железного Человека. Так, что у нас? Ну, с первого уровня у нас вряд ли с вами... А, нет, есть. Хитман есть, 74-й. Так, давай его сюда. И надеваем ему... Подожди, топор, по-моему? А, нет, или... подожди-ка. Я уже... Да, ему нужен топор. О! Ревент. С топором такой. Так, давай дальше. У нас есть, есть, есть спираль. И нам нужен второй уровень. Второй уровень Фокс. Вот он, Фокс у нас. И одеваем мы Фоксу вот эту вот, друзья, спираль. Вау. Флам Фокс. Отлично. Так, дальше у нас Итан Ф. У нас разве есть Итан? По-моему, есть. Есть Итан Ф. Это, по-моему, из Южного парка, если не ошибаюсь. Персонаж, вот он, Итан Ф. И ему мы надеваем, по-моему, да, по-моему, парик.
Президент. Это, ну, похож на Трампа, однозначно, друзья. Даже он с долларами в руках. Отлично. Так. Бегар. На 18 уровне. А есть у меня Бегар? Он открыт у меня? Давай посмотрим. Бегар, по-моему... По-моему, этого персонажа у меня еще нету. А нет, есть, есть Бегар. Вот он. И одеваем это, по-моему, тоже из Южного парка, если я не ошибаюсь. Герой. Так, и надеваем артефакт... Корону. Вот она, корона. Вау. Кто там? Мисс Зельда. Ну, Зельда. Ну, в общем, мы поняли, да? Так, и нам нужен, друзья мои, Джокер. Я знаю, что Джокер у нас точно открыт. Вот он, клоун. И Джокеру мы отдаем с вами фотик. Вот он. Вау, ха-ха, точно, да? Кто он там? Он и Бадай. Понятно. Ну, это вот то, что у меня, друзья, есть. Я, правда, не знаю, где вот эти артефакты брать. Где они открываются, вот честно скажу, я без понятия пока. По-моему, мы с вами не применяли еще что? Кассету, по-моему, вот это вот не применяли. И шляпу. Да? А, у меня нет также Марио и нету из Майнкрафта героя. Ну, надеюсь, когда-нибудь рано или поздно мы с вами откроем. А теперь я хочу все-таки побомбить. Уровень 20. Мне нужен здесь вот этот вот персонаж для открытия секретного уровня. Я не знаю, друзья мои, попробуем здесь немножечко побомбить. Подожди-ка, нам, наверное, нужно было пробафаться, прежде чем сюда отправляться. Ну ладно, сколько сможем отбить, столько отобьем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ловушки, да, я их совсем забыл. Так. Ну, придется с этими драться. А чё сделаешь? Давай попробуем, может быть, удастся у нас наказать их. Ну, уровень на самом деле очень сложный. И к тому же вы помните, что он еще и глючный у нас. Постоянно зависает. Ну, не постоянно, но частенько. Опа, ай-яй-яй-яй-яй, как же так-то? Так, ну, с этими мы с вами дрались в свое время. С ребятами. Вон, кстати, вот эти костюмы тоже нам нужны. Наверху, которые... Ай-яй-яй. О, я думаю, что же такое-то, что же... А в чем проблема, друзья мои? Проблема в том, что... Я забыл поменять костюмы обратно. Господи, мы с вами идем тем сетом, который нам открывал секретный уровень. Вот он. В чем проблема-то? Естественно, таким костюмом я далеко не уйду. С этим, как говорится, нарядом клоунским. Да, тут надо сразу фейлиться. Сейчас попробуем с вами обратно надеть все, что у нас было до этого. А ну-ка. Хоп. Вот они, мои котики. Кстати, надо посмотреть, у нас очень много чего новенького, да, появилось. И, может быть, некоторые шмотки сгодятся. Смотрим, друзья мои. Так, здесь ничего хорошего. Так, посмотрим теперь здесь. Тоже ничего хорошего. Как же так, а тут? Все костюмы очень-очень слабые. Я, честно говоря, думал, может быть, что-то посерьезнее нам достанется. Но, как видите, нет. Все очень слабенько и по атаке, и по защите. Так, вот тут что-то есть, но не стоит оно того, на самом деле. Здесь, так, погоди-ка, вот тут. А, это ближний бой, да? Это ближний бой, нам это не нужно. Так, вот, я... Опять же ближний бой, елки-ты-палки. Нет, друзья мои... Все это не то. Тут у нас 13 скорости, минус 5 к атаке. Невыгодно нам это брать. Рубашка ерунда. Да, как-то не айс. 88 хп. Не годится. Не годится это все. Неужели ничего хорошего нету? Столько всего пооткрывали мы с вами нового, да? И вот. Но опять не то. Хотя, секунду, друзья мои, лук. Лук мы можем вот сюда взять. Вот так вот. Дальше давай посмотрим по костюмчикам. У Трампа что-нибудь такое есть? Тоже ничего хорошего, да? Грустно это осознавать, друзья мои, что
столько шмоток, столько костюмов, и ничего подходящего для нас нету. Ну-ка, вот здесь может быть что-нибудь такое хорошенькое. Нету, нету ничего. Да, ну вот получается, в данный момент это самый лучший сет у меня, вот который сейчас надет. Так, что у нас там по бафам? 4 минуты еще в запасе есть. Нам нужно проходить 20 уровень и выбивать вот этот вот костюм. Кокороку или как там он там называется, я уже не помню. Попробуем. Может быть, нам все-таки рано или поздно повезет. Так, ловушки. Опс, 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 отлично. Погнали. Бомбим, бомбим, друзья мои. Динь-динь-динь-динь. Такие супер мощные атаки у нас. Вау, вау, вау. Разбомбили, даже не поморщились. Прикинь. Быстро мы тут с ними разобрались. Так, давай-ка вот с этими теперь орлами. Может быть, так же быстренько получится. Ну-ну-ну-ну, давай. Отлично, вообще моментально с ними справились мы. И двигаемся наверх. Кстати, мне один из подписчиков писал, почему я не смог открыть тот сундук, который у нас наверху. Чего-то мне там для этого нужно, не хватает. Это что за ботаники тут впереди-то стоят, ждут у меня радостные. Давай наказывайте, конечно же. Что это? Что это там? Кто так так заорал страшно? Я ж перепужался. Так, давай сюда наверх. Опа. Так, бомбим, друзья мои, бомбим. Так-так-так-так-так-так-так. Ну, справимся или нет, как думаешь? Да должны, нормуль. Сундук я этот не открою, да? Потому что у меня не хватает чего-то. Че, на крышу с вами будем перебираться? Или как? А, на крышу я не смогу перебраться. Ха, губешки раскатил. Крышу захотел, ага. Понизу придется тут... Понизу придется идти, и тут ловушки эти. Так, а вот тут, если мы вот так вот сделаем, по-хитренькому. А что я сделал-то? А вон, кстати, этот кукаруку там стоял внизу. Угу. Да. Я понял, кажется, свою ошибку. Сейчас нас тут разберут. В общем, друзья мои, здесь нужно брать мне специальные скиллы, которые как... О, смотри-ка, мы что-то заработали с вами. Какую-то часть костюма, сета. Хм, неплохо. Так, ладно, давай посмотрим. У нас, по-моему... Нет, баф еще есть 2 минутки. Что нам нужно для этого уровня? Нам нужны вот такие вот навыки. Лапка и неуязвимость. Неуязвимость. Вместо чего? Вместо вот этого? Нет, это невыгодно. Хм. Вместо крита. Вместо крита, получается, нам надо брать. Так не хотелось, конечно, это все убирать. Неуязвимость. Зачем она мне, вот эта неуязвимость, нужна? Я не понимаю. Ладно, выбора все равно нету. Давайте, друзья, следующую заходочку с вами сделаем. Понимаете, здесь враги рандомно появляются. То есть выставляются. Так, 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 ага. Ну давай, давай бомбить. Памс, хорошо, пока отлично все идет у нас. Надо хиляться почаще, чтобы у нас было с вами здоровья очень много. Угу. Здесь довольно неплохо все у нас вышло. Так, ловушки. Хоп, хоп. Вот эти, по-моему, только неизменные. Они тут стоят постоянно вдвоем, да? Так, ладно, все равно будем их наказывать. Отлично. Забираем ключик. И двигаемся. Да, вот у этого котика очень мало здоровья. 296 всего лишь-то. То есть он первый кандидат, которого сейчас могут просто вышибить. Вышибить, а он еще и первым, да, здесь у нас встает. Это говорит о чем? О том, что вот этому нужно первому ставить неуязвимость. Вот самому первому надо ставить неуязвимость, потому что он действительно самый первый идет в атаку. Вот что я хотел тебе сказать. Что-то они как-то слишком далеко стоят. Блин, у меня уже двух котят нету. Ну и что я тут двумя сделаю? Ничегошеньки. Ай, еще ловушки тут еще везде. Так, ну предположим, я сюда... Ага, вот. С этим интересно, сможем справиться мы, нет? Как думаешь? Вряд ли. Да, вряд ли мы их сможем бомбануть, хотя... Угу.
Ну, хоть одного кого-нибудь сможем наказать? Накажи, пожалуйста, одного. Так, я неуязвимость. А, она включена уже. Ай-яй-яй, сейчас расстреляют. Не успел, совсем чуть не хватило. Блин, да что ж ты будешь делать? Ну вот уровень, действительно сложный. И вот не хватает мне одного персонажа, чтобы открыть уровень секретный. А так хочется. Так хочется. Ой-ой-ой, сколько их тут. Сколько много здесь этой шантропы. Я же хотел поставить неуязвимость на первого персонажа. Чего же я опять этого не сделал-то, а? Запамятовал. Вот оно что, друзья. Так, здесь хорошо получилось. Очень даже хорошо, я тебе скажу. Так, опять у нас тут. Оп, оп. Так, с этими надо быстро завязывать. Ну-ну-ну-ну-ну. Наказывайте, наказывайте, наказывайте. Я все время на отхиле, друзья мои. Все время на отхиле, потому что мне нужно здоровье. Так, нас разворачивают, естественно, в обратном направлении. Ну, здесь уже 528 хп, все-таки немножко побольше осталось, но, опять же, враг. Ё-просете. Совсем не то, что мне нужно, понимаешь? Они дают героев, но не тех, которые мне нужны. Я немножко на других рассчитывал. Ай, котенок минус один. Котенок минус один, друзья мои. Угу. И теперь нас осталось трое. Дай-ка я вот сюда пойду, поверху. Да чтоб тебя, ну ты посмотри. Ай. Какие-то дальники так быстро тебя разбирают. Это на самом деле несправедливо. Стреляет два пулеметчика. Нет, бедный котенок. Разбомбили они его. Слушай, ну сложно мне. Так, а почему у нас тут... А, нам от этого костюма не хватает только лишь головного убора. Вот что, друзья мои. Если я получу головной убор, я смогу тогда открыть этот секретный уровень. Но этот персонаж мне, как видите, почему-то пока не выпадает. Так, я хотел неуязвимость поставить на первого котенка. Вот так вот я хотел. Ой-ой-ой. Так, лапку... Значит, неуязвимость сюда ставим. Лапку ставим вот сюда. Конечно, если бы я знал, где эти ловушки, я бы не брал с собой вот этот вот скилл. Совсем бы не брал бы. Зачем я так сделал? Зачем я так сделал? Фух. Хорошо, все на место у нас встало. Так, на место все встало, но, по-моему, я что-то, друзья мои, продинамил. А именно дальний бой, так ведь? Именно дальний бой у нас был намного лучше стоял, чем сейчас. Я точно помню, что у нас был не билетик, а какой-то другой вид оружия. Так, лук. Смотри-ка, даже этот лук будет покруче. Так, тут ерунда. Цветочки. Так, это тоже ерунда. Ага, смотри-ка. Головной убор-то будет вот этот получше. Вот так вот. Все-таки нашли мы что-то с вами путевое, хорошее здесь. Так, тут ничего нам не нужно. А здесь тоже пока ерунда. А здесь все понятно. Ничего, да? Путнего больше здесь нам не достается. Так, а здесь, ага, лук. А, мне бы вот что-нибудь на ближний бой поинтереснее, посильнее, да? Было бы, на самом деле, хорошо. Но, видите, ничегошеньки нету. Прокачать я его не могу больше никаким способом. А может быть, здесь что-нибудь? Вряд ли. Вряд ли здесь, конечно, что-нибудь ты получишь. Так что, друзья мои, не только, как вы говорили, сет, надевай сет, будет... Вот, видите? Вроде бы сет, но все-таки парик вот этот вот намного круче, чем вот этот шлем от Power Ranger. Так, теперь надо сохранить это все дело. И дальше... Так, а что это такое? Не надо это все делать. 14 из 105. Это я нашел, что ли, всего лишь? Да. Ну что, погнали дальше. Попробуем, друзья, с вами еще пару, наверное, боев сделать. Давай-ка мы... Два дополнительных умения купим. Такие сразу там хрумкать начинает. Эх,
Хотелось бы, конечно, только кукуруку эту получить. Но не знаю, что у нас из этого выйдет. Так, ага. Ловушки. Так, поехали, друзья, поехали. Бомбическая сила, да? Что же вы такие сильные-то, а? Все, накрыли их медным тазом. Дальше двигаемся сюда. Опять тут ловушки по нашу душу. Давай, 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 давай. Хорошенечко, по-быстренькому просто накумаривай их. Нормуль. Вообще быстренько с ними разобрались тут. Ой, вот с этими нужно еще разобраться. От них получить костюм бы не помешало. Так, ну что? Тут у нас, по-моему, все были, да, эти ребята. Как говорится, уже не впервой нам попадаются. Это я бы даже сказал, что это повтор идет. Это, друзья мои, повтор идет от всех тех персонажей, которые были в игре. Ну, смотрите, у нас все целые. Все котики целенькие, но по скиллам мы немножко, конечно, с вами отстаем. Здесь я попробую не ввязываться. Вот, вниз пойдем с вами, да? Чё, почему бы и нет? Вот этих костюмов у нас с вами нету, поэтому имею полное право я их заработать. Минус один котенок уже, минус один котенок. Как они быстро нас нахлобучивают здесь. Опа, по-моему, два костюма сразу мы с вами получили. Я надеюсь, сундучок этот смогу открыть хотя бы. Ну, ага, вот так-то будет лучше. Так-то оно будет, ну вот с этим я уже не справлюсь. Здесь, скорее всего, нас забомбят. Эх, грустно это осознавать, но ничего сделать не смогу. Но, по-моему, мы с вами... так, нужно больше тренироваться, да, я знаю. Знаю, что нужно больше тренироваться. Но, по-моему, я получил все-таки два новых сета. Да, друзья мои. Капитан. А может быть, у этого капитана что-нибудь посильнее есть, нет? Нету. И вот этот костюм, который называется Рейсер, да? Тоже так себе. Тоже так себе. Ну что, ребята, я не знаю, давай последнюю, наверное, заходочку с вами сделаем. Как говорится, на удачу, если повезет, то нам попадется этот чувачок со своим костюмом. И все тогда будет хорошо у нас. Так, 4 минуты еще есть. Ух. Мы можем, конечно, вот здесь вот крутануть рулетку. Может быть, нам здесь что-нибудь фартанет. Опа, что нам? Ух ты, что, мы с вами получили сет, что ли, получается? Или мне показалось? Ай, так. Смотри-ка, мы что-то с вами получаем. Шмотки какие-то. Это неудача. Это неудача. Рыбки, да? 276 всего лишь-то. Опять сколько? 276. Ну. Оу, что тут? Еще часть костюма, да? Ну. Рыбки. Да что же вы мне все 276, да? 276, дайте что-нибудь путевое. Так, здесь побольше будет. 690. Так, я много тратить монет не буду, друзья мои. Они нам тоже еще нужны будут, да? Нам нужно еще бафаться, нам нужно еще играть. Неудача, я понял. И последний, наверное, разок мы с вами забрасываем монетку. Вау. Почти 1000. И неудача. Да, друзья. Ой, подожди, я же хотел закрыть, ё-моё. Ай-яй-яй. 690. Все, друзья, хорош, деньги нам нужны еще, пригодятся. Тренировка, да? Ну, давай, давай, хорошо. Потратимся здесь маленечко. Так. Атака, скорость. Атака. Так. Тоже атака и скорость. Ну, вот так вот, друзья. Так, баф еще, по-моему, висел, да, у нас с вами 4 минутки где-то. Ну, пошли, последний разочек, ребят, с вами поиграем здесь и будем закругляться. Уже увидимся, как говорится, в следующей серии. Так, смотрим, кто нам тут выпадет, кто нам достанется на этот раз. Да что ж ты, твою же маковку, а, вот вечно вляпается куда-нибудь. Давай, 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 что ты там своим лазером бомбишь? Ну, разберитесь вы с ними побыстрее-то, господи, ну. С этим Донателло, господи, не могут справиться. Так, все, здесь мы с вами подбили.
Упс, упс. С этим, я думаю, тоже никаких проблем у нас, в принципе, не должно быть. Сейчас мы с ними разберемся здесь по-быреньку. Ну-ка. По-быренькому, вот никогда не получается по-быренькому. Все, накумарили, да? Пошли, пошли дальше. Здоровье, конечно, немножко меньше, чем в прошлые разы. Но, ладно, нормуль, потянет. Так, идем сюда, открываем двери. Тут морячки. Всякая ерунда. Как обычно. Так, Флинстон там у нас затесался. Наказываем, наказываем, наказываем. Нормуль. Ух, так, и идем с вами наверх. Хоп. Да ёпарасы тэшечки, наверх, блин. Так, с этим я даже не хочу связываться. Тут тоже, да? Попробуем вот с этим подраться. Прогорит, не прогорит у нас это дело. Все, как я вижу, котенка одного уже нахлобучили мне. Как понимаешь, да? Ну-ну-ну, давай, отлично. Здесь бомбанули. Вау! Что тут происходит? Фокзарт? В плане, какой еще Фокзарт? Ого! Ничего себе против нас вышли. Это что еще за... Что это такое? А, так это и есть босс. Я думал, что это секретный босс. 12 тысяч хп у него. Ёлки-ты-палки, ребят. Да, бомбит-то он нехило. Я тебе скажу, совсем нехило. Сейчас, по-моему, у меня... Бедные мои котята упадут. Я хотя бы босса увидел. Я на самом деле, друзья, думал, что вот этот вот босс это секретный. А он оказывается обычный рядовой босс. Ну что же, опа, что он упал? Упал, пускай лежит. Ой-ой-ой, ничего себе, он ногой звезданул своей. Да хорош ты. Да ты что делаешь-то, упырь? Фокзазорт это оказывается, а не Фокзарт. Фокзазорт, да ну, как я его тут... Ты посмотри, как он бомбит, а. Без остановки просто-напросто. Бедный мой котенок. Бедный. Смотри, если бы у нас было бы немножечко побольше скиллов, скорее всего, мы смогли бы здесь с вами пройти. В принципе, да, могли бы пройти. Ну что ж, друзья. Вау, нам открылся... А, нам босс открылся, что ли? Или нет? Так, погоди-ка. Погоди-ка тогда. Дай-ка я... Точно, это босс. А если мы сейчас пойдем на этого босса... Ну-ка, ребятушки, давайте-ка глянем-ка. Да ладно, а нам что, придется проходить все это дело? Нет, босс. Вот сейчас попробуем с вами его бомбануть здесь. Бомбануть обязательно нам нужно этого Фокзазорта. Сборка пошла, да? Короче, каждый отвечает... Ага, за определенные части тела, я так понимаю, да, у этого робота. Погнали, друзья мои. Бомбим. Так. Хиляться не забываем. Так, ну что, неплохо пока вроде бы идет у нас все дело. Главное, чтобы у меня вот этот вот не отдуплился, который нам дает отхил. Так, сейчас он должен упасть, вот он упал. И сейчас будет своей ногой бомбить. Вот она пошла. Размазня, так. Не забываем хиляться. Слушай, ну первого босса мы с вами завалим, это однозначно. Но давай, 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 давай. Вот так вот. Хе-хе-хе, рассыпался. Вау. Так, герой-спаситель. Я получил достижение, ты понял? Диджей Китти. Ну, вы понимаете, да? У нас с вами вечерушка. Дискотека в честь, я так понимаю, победы. Ну, мы якобы победили. А вон там, кстати, смотрите. Лис прячется, но его не пригласили на дискотеку. Поэтому он втихаря пробрался и он там подсматривает. Да, друзья, мы как бы прошли игру, но не получили все вот эти вот наши костюмы. Я думаю, что стоит
их все получить, вы пишите мне в комментариях, будем ли мы дальше продолжать играть, будем ли мы с вами, я вот не знаю, у нас будет три ступени фокзатрона этого последнего босса, или просто один раз надо было его победить. Ну что ж, друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачки вам! Cause tonight I'm getting out of line and it's alright. Feeling like